замутило. Нет, такое. Как же это раздражает. Да ладно, вы что, издеваетесь? Я на станцию войти не могу. Что же, не знаю, вот в какой-то момент у тебя постоянно нападают. Как только ты летаешь, все. Это так нудно. Во-первых, частичку креста сдать маленькую. Во-вторых, может быть, получить на них кусочек. Вот чувак один сменился, может, просто что-нибудь еще даст. Ты кто, игрок, что ли? Забавно. Нет, извлечённые данные я ему не дам. Он их мне поменяет на ниты. А извлечённые данные для меня сейчас не нужны. Так, вот с этим товарищам надо побеседовать об Андромеде. А как? А, атлас мне дадут. Видите, какие штуки мне сейчас дать? Какие-то координаты. Ну ладно. Так, что-то на этом извлечённых данных. Может, что полезно для базы. О, 5.
убила кукол. Коридор со стеклом. Комнаты. Модули можно составлять рядом или объединять. Ну, не знаю. Не хочу. Так, ну что, на мои 4 сольды что-нибудь могу себе здесь приобрести? Переключатели. А, вот. Можно себе что-то такое. Так, еще что-то себе еще. Так, хорошо. Контейнер не хватит. Ладно, правда, что-то для фермы купить. А вот. Световой блок, шумовой блок. Ничего непонятно. Кристалл. А пусть будет слепее. Возьму этот рисунок. Хочешь толкаться? Ладно, все это вкусно. Задумка была отправиться полет на станции других игроков, дабы на халяву попасть на их станции в системе, за денежки расширить себе скафандр. Так, портал Толик. Ну, поехали, портал Толик.
Заодно сканируем. И такие новинки нам за это дадут. Что ж такое? О, замечательная вещь. Контейнер для лома. Сейчас пойдем разойтись и добудем что-нибудь ценное. Смотри, какое место подойдет. Задание на сканирование. Сделаем. Нас выполнило. И еще одна. И еще. Привет. Сюда пойдем. О, это весьма полезно. Тоже нудные растения. У нас на каждой планете это время. Дорогие, всегда нужен.
терянь. Да, нитики. Да, если хорошо. А вот это надо проверять. Что-то не забывала. Не супер. Ну, не супер. Перезарядим. Что-то мы здесь получили. Ой, дешевку 130 тысяч. Так. Значит, по сюда. Хороший метод заработка. Наниты, угли и юниты. Иногда можно найти хороший вещь, так на миллиончик. Полтора. А там-то что? Ага, еще одно задание. Пусть не проще пройти. Не всякая гора, правда, пробивается насквозь. Защита от радиации снижается. Так не знала, что это будет пещера. Подставы. Так тоже бывает. И, кстати, довольно часто. Медь. Где что там, господи?
конечно. Так, в любом случае. Пойдем вот туда вот. Дорогие, вот отправила на 1500. Все, вот гидрогены. Так, а где мой самолет? Защита от радиации там. Снижается. Это хорошо. Так, ты кто у нас?
Да, вездеход без видов. Очень кстати. Ну, для этого придется сделать здесь базу. Ставить станцию вызова вездехода. Нудно. Ничего не херит. И это мне тоже надо тут что-то поделать на станции. Еще на базу. Ничего не важно. А страж-то где? Кого? Боже мой, страшно-то как. Сейчас я помру. Ой,
кстати, нашла здесь. А, еще один дешевый. К сожалению, они не складываются. Кстати, если хотите получить достижение, то есть, ну, чтобы его получить. Вот, кстати, парнишка грамотно сделал. Поставил телепорт и генератор. Ну, я обычно так не заморачиваюсь. Я ставлю солнечную батарею с батарейкой. Так. Так вот, чтобы получить достижение, надо войти вот так вот на эту базу и уйти. И вы получите достижение сидел базу чужого игрока. Потому что без этого вы как бы базу не посетили. Сразу не стоит полочь. Тут в пещеру идти.
слышать никаких страхов. Зачем я сюда зашла? На, вот, на. Пока вы не видите демонов, демоны не видят вас. Сдается мне, что игрок, который на этой планете построил эту базу, уже все выгреб. Теперь нет ни стражи, ни какого-то толкового лута, какое-то дефолтное событие попадается. А бегать на такие расстояния за 130 тысячами. Ну, честно говоря, лень. Далеко и нужно. Эксплуатируем эту планету еще раз. Найдем здесь капсулу.
это не капсула, это мачта. Я ошиблась. Это очень даже пригодится чинить капсулу. Экономим хроматический металл. Ради этого. Технология восстановлена. Технология восстановлена. Ну, груз. Это самая дорогая из ячеек, если покупать ее за деньги. Поэтому разумней с капсулы в первую очередь их качать. К тому же туда помещается больше. Так.
Так, вот анальное зондирование, все проще прелести. О! Черт возьми. Не S-класс, конечно, но зато все ячейки. Пожалуй, я куплю. Жалко, правда, модулей. Так жалко модулей. Так, а ну-ка мой детульчик. Биологическая пушка. Так. Технология установлена. Так, плазмомет. Так, это не здесь, вот здесь. Вот расщепитель. Так, что-то есть у меня вообще? Никакого хлама не валяется, все продала ложечки. Это я поторопилась. Так, что у меня есть к плазмомету? Ландшафтный манипулятор, вот что мне нужно. Технология установлена. Так. Thank you.
Чё не плазмомёт? Вот что мне нужно. Технология установлена. Так. Нет. Черпать из жизнеобеспечения. Ага. Оптический блок. Так. Боевой прицел пока не к спеху. Частота сканирования тоже. Вот плазменное копье я, пожалуй, поставлю. Да еще и с улучшением. Технология установлена. Почему? Потому что дроны на заводе не обращают на него внимания. Можно долбать поворотом почти что безнаказанно. И шибает сразу. Бух одним выстрелом. Пока накопишь, они успокоятся. Так. Как-то меня врасплох застало. Ладно, ландшафтный манипулятор. Трубки и гидрогенный гель. У меня разве нет гидрогенного геля? Странно. Гидрогенный гель. Так, тут герметик проводной станок. 7 проводных станков. Добыча, где еще один? Три жиха я вот. Так. Ладно, купить. Ну, как тут бедно. Терминалы. А у тебя есть проводной станок? Всего лишь 3. Солевой рефлактор. Один диод. Позор. Координаты капсулы. Мне свои бы потратить, там еще 30 штук почти. Так. В одной трубке герметик. 1-1. Герметик. Теперь могу добывать
продвинутым расщепителем. Так, вот это мне очень нужно. Кобальтовое зеркало. Так. Вставляем, что есть. Стекло. Кристалл кислорода. Ох, проводных станков. Прорва. Стекло. Рефрактор, кстати, у меня тут соли случайно валяется? Нет. Не валяется. Зачем же я сюда вылетел? Будет смешно, если сейчас коронавики будет спрятать. Не буду я знать ничего, нет? Это... Да, ну что, снимай. Да, тут такое. Нет, кончилось с концами, что называется. Так, что-то у меня лишнего валяется. Валяется, валяется. Продвинутый батарею, например. Ох ты. Типа вентиляцию открыли. Прикольно.
сюда нельзя. Гранату туда не кинуть. А нет, дайте гранату. А, это окошко просто открывается. Коляска. Наните. И еще наните. С другой стороны, я теперь смогу сформировать свой собственный мультитул. Так, туда мне надо. К продавальщикам. Камера. Ничего не хочу. Так, кстати, а что у нас с монетами? 2000. Может, хочу. Нет, сначала мультитул. Что ты мне сейчас продашь? ЦЦ, неинтересно. А что, ни одной эски? Ладно, хоть модуль с камеры куплю.
О, у меня модуль плазмометы есть. Где это он у меня? Теперь двигатель. Чего я про себя не знаю? Модуль сканера. Поняла, честно говоря. Вот продать. А, ничего нет. Сердце. Не хочу тратиться. Надо эски покупать. Что у меня тоже за микропроцессор? Гадость. Гадость. Целый микропроцессор за 19 тысяч. На планетарную карту. Позор. Почему так-то? Обитаемый ванпост. Смеетесь. Их точно нужно. И все. Давай посмотрим. Идиот. Рефрактора и один диод. А, кстати. Сто соли. Ну, упала. Зачем я это все покупала?
Я же это умею делать. 200 соли, конечно, можно купить. Какой тебе соли? Черт. Надо не помочь дать сейчас. Я тут была. Собрать перит. А у меня с собой, по-моему, есть. Кушать это дрянь для тебя. Таким нехитрым образом поднимаем репутацию у расы. Любят подарки. Да, любят, любят. Все, кончились у меня. Нет, еще. Еще тебе подарочек. Так. Ну и что?
что за бардак творит? Что у меня вообще важные этапы? О, еще 30 статуэток. Я буду гением торговли. А сейчас они меня просто обожают. Так, у Айкинов я давно уже. Вычих 32. В будущей ангулярности. Легко, да, никаких заданий, никаких. О. А ты как непосещенным кажется? Так, соль-то я точно здесь не могу купить. Вдруг разные терминалы. Нет. Надо все переименовывать. Нафиг. Да, здесь у меня надо. Но сначала мне нужен будет свой корабль. У меня там, кажется, много валяется.
Я знала, что не все так плохо. Так. Ну вот. Теперь надо покупать модули. Крутизны всякой. Модуль сканера. Отлично. Бластер рассеиватель. Красота.
вездеход. Отлично. Монетов. Пока мне еще жабу душит. Так. А что из... Улучшение еще могу поставить. Перезарядка. Ну и нафиг. Боевой прицел. Так, а поставлю-ка я его. Технология установлена. Что там тебе надо? Еще одну. Будьте недостаточно. Кобальта нету. Ну как запущено. Ну то ладно. Копейки стоят. Кстати. А наеме персонала. Здесь-то у меня есть. Терминал вездехода нету. Видимо, какие-то другие должны быть. А что у меня по сюжету? Что плохо, учишь слова, они одни и те же учат, почти не повышается. А слов-то много. Так, журнал. Черные дыры. Черная дыра. Ой-ой-ой. Страсти какие. Перепутала станцию.
кораблями торгуете? Барахло. О, это тоже свинтил. Ну ладно, так. Вот оно, что я просто так побросала.
долго. Просто продам и все. А, нет. Может, я хотела попробовать. Здесь вот есть вот такая вещь. Хранилище. Хотелось посмотреть, доступно будет везде. Или только на этой базе. Ну, как контейнер. Куда же я летала, господи? Мои базы. Проверились координаты. Станции и базы мои. Я же ее строила. Только-только. Другие базы. Надеялась на море. Я что-то надеялась на значок. Понимаю, подумала. Не то. Thank you.
недопоняла в этом задании. Ну вот только же я сделала усилитель сигнала. Чертовщина. Так.
А, черт, дыря летела. Вот соль тут есть. Торговый корабль поменять на S-класс со всеми ячейками. Ну, кстати, было бы дело. Вот этот фермочка. Ой, маленько денег. Заработалось. Сейчас еще Индии продадим. Угнем я уже все. Почти весь высадила. Так, все. Все мои. Раз у меня модуль самолета. Сделаю это я перерыв сначала. Сантер-корок сюда идет.